Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литерева, профессор Вятского государственного университета. Алина Аксенова, искусствовед, публичный лектор и блестящий рассказчик, написала прекрасную книгу «Искусство 20 века. Ключи к пониманию. События, художники, эксперименты». Книга глубокая, обстоятельная, увлекательная и наглядная. А начинает она с академического искусства, когда картина создавалась в три основных этапа: нанесение рисунка на подготовленный холст, затем подмалевок, потом работа с красками и в финале лессировка. Но Эдуард Мане и импрессионисты решили выйти за эти рамки и пожелали показать жизнь естественной, настоящей и разной. Герои академической живописи для этого не подходили. Нужен был эффект остановившегося мгновения, словно герои застыли лишь на секунду. Возможности быстро писать на пленэре во многом способствовали три изобретения конца XVIII и первой половины XIX века. Этюдник – можно располагать рабочее место, где захочешь. Тюбик – оловянные тюбики, где хранились краски, которые не надо было изготавливать. И плоская кисть, которая способствовала быстрому нанесению широких мазков на холст. Напомню, что Алина Аксенова – лектор Level 1, искусствовед, филолог. В прошлом экскурсовод Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, специалист по культуре Древней Греции, автор бестселлера «История искусства», просто о важном стиле, направлении, течения. Соединяя свою филологическую и искусствоведческую подготовку, она очень скрупулезно, точно, вдумчиво выстраивает траекторию движения искусства XX века. От импрессионизма к пост импрессионизму, фавизму, авангарду, абстракционизму, сюрреализму, попыткам создать не искусство. Энди Уорхол утверждал, что поп-арт – это для всех. Да, конечно, духовно невзыскательному потребителю поп-арт предлагает картину красивой жизни, избегая разговора о сложности и неоднозначности человека. Вот и пришло время для постмодернизма. Мир – это текст, многослойный, интертекстуальный, это ирония, это вторичность. Сейчас пустота стала одной из важнейших категорий культуры и философии, одновременно расценивающейся как все и как ничто. Стал главенствовать концептуализм, минимализм, стрит-арт. Книга доказывает, что искусство тесно связано с историей, политикой, философией, и главное, что искусство – повсюду 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам: Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».